Друзья, всем привет! Сегодня я расскажу вам о бюджетных парковочных комплектах от компании Avel, стоимость которых варьируется от 4000 до 7000 рублей. Мы создавали их, учитывая многолетний опыт продаж мониторов и камер заднего вида. Проанализировав продажи последних 3 лет, мы взяли самые популярные и распространенные покупки камер заднего вида с монитором и объединили их парковочные комплекты. Кстати, если вы хотите получить дополнительную скидку при заказе на официальном сайте avis-electronics.ru, то в описании есть промокод для наших зрителей. Комплект парковки включает в себя камеру заднего вида и монитор. Есть также парковочные комплекты с монитором, камерой и видеопарктроником, но они уже чуть дороже нашего бюджета. О них мы поговорим в других видео. Также существуют комплекты, которые включают в себя 2 автомобильные камеры с монитором и блок автоматического переключения камер переднего и заднего вида. О них мы также поговорим в наших других видео. Самый бюджетный монитор с камерой обойдется вам всего в 4180 рублей. Данный парковочный комплект включает в себя 5-дюймовый отдельно стоящий монитор модели AVS-0500BM, и универсальную камеру модели AVS-115 CPR номер 680. Монитор имеет 2 видеовхода, разрешение экрана 800 на 480 пикселей. Камера выполнена в компактном пластиковом ударопрочном корпусе с пылевлагозащитой IP67. Парковочные линии на камере можно отключить. Монитор AVS-0500BM можно приобрести и с другими камерами в комплекте. Так, монитор с камерой в металлическом корпусе модели AVS-310 CPR номер 980 будет стоить 5080 рублей. С камерой номер 980, но с HD-сенсором модели AVS-307 CPR 6180 рублей. А с камерой в рамке номерного знака модели AVS-308 CPR CMOS Pro 5580 рублей. Если рассматривать комплект 5-дюймового монитора AVS-0500BM и камеры в рамке, но с улучшенным сенсором HD модель AVS-309 CPR, то стоимость такого комплекта будет уже 6580 рублей. Еще один бюджетный комплект из монитора с камерой заднего вида стоимостью всего в 5380 рублей включает в себя салонное зеркало с монитором модели AVS-0458BM, и парковочную камеру модели AVS-115 CPR номер 980. Зеркало имеет экран 4,3 дюйма, устанавливается такое зеркало вместо штатного. Камера же выполнена в металлическом корпусе с пылевлагозащитой IP67. В каталоге парковочных комплектов Avel зеркало с монитором AVS-0458BM также можно приобрести из камеры в рамке номерного знака AVS-308 CPR CMOS Pro. Такой комплект будет чуть дороже – 6780 рублей. Вообще, камеры в рамке номерного знака стали очень популярны, поэтому мы создали довольно большое количество парковочных комплектов именно с такими камерами. Например, комплект с камерой в рамке номерного знака и монитором в зеркале накладки будет стоить 6680 рублей. При этом камера в комплекте будет с HD-сенсором, модель AVS-309 CPR. А зеркало AVS-0501BM, которое сделано в форме накладки и устанавливается на штатное. Экран у зеркала 5-дюймовый с разрешением 800 на 480 пикселей. Зеркало имеет 2 видеовхода. Еще один очень популярный комплект – это магнитола с камерой заднего вида. В бюджетную серию вошла однодиновая магнитола AVS-080W номер 001 и универсальная камера в рамке номерного знака AVS-308 CPR CMOS Pro. Такой комплект будет стоить 6980 рублей. Как видите, в каталоге компании Avel появилось значительное количество бюджетных парковочных комплектов, которые включают в себя монитор и камеру заднего вида. Теперь можно экономить время при выборе, просто выбрав парковочный комплект по бюджету и необходимому монитору. Друзья, надеюсь, что видео было полезным. Если у вас остались вопросы, задавайте их сейчас в комментариях, я на них оперативно отвечу. А на сегодня это все. Всем пока!